Батьківські поради. Починаючи з трирічного віку, коли дитина усвідомлює себе самостійною особистістю, у неї може з'явитися бажання приховати від батьків якусь інформацію. Частина цих секретів цілком невинні і продиктовані прагненням дитини до самостійності. Але можуть бути ситуації, коли деякі дії дитини викликані не зовсім правильною батьківською стратегією. Давайте спробуємо розібратись, як реагувати батькам, якщо у дитини з'явився секрет? Ну, если у малыша появились секреты, нам нужно завоевать его доверие. Потому что дети начинают от нас что-то скрывать, когда они боятся, то есть не оправдать наших каких-то надежд, либо они не чувствуют от нас какого-то доверия. Поэтому нужно завоевывать доверие. Нужно дать ребенку понять, что мы никак не будем лезть в его пространство, в его жизнь, но также, что он может всегда обратиться к нам за советом, и мы всегда ему поможем. Но я считаю, что изначально с ребенком должны быть доверительные отношения у родителей с ребенком. То есть с ребенком надо больше общаться, чтобы ребенок знал, что он может прийти и все рассказать родителям. Он должен чувствовать, что мама и папа всегда его поддержат. И для этого нужно общение, прежде всего, с ребенком. Живое общение. Поэтому я думаю, что как можно чаще, по возможности, даже если ты занят, все равно находить время для ребенка. Я думаю, что секреты появляются у деток в то время, когда они начинают становиться более самостоятельными и взрослыми. И таким образом, видимо, они пытаются какую-то свою часть личной жизни сделать более интересной и доступной для родителей, также и для окружающих. Если малыш говорит, что у него есть секрет, я думаю, что этим он хочет как-то привлечь, возможно, внимание и еще больше к тому, что есть информация, которую он якобы не хочет рассказать, но это своего рода игра детская. Мы с мужем пытаемся выяснить, конечно, в чем этот секрет, не давить на ребенка, потому что он еще больше не будет рассказывать. А как маленькая хитрость такая, пытаемся сказать, что у нас также есть маленький секретик, который мы могли бы рассказать, если бы он также поделился с нами. Не всегда, но этот метод, конечно, действует. Он пытается выяснить ваш секрет и, ну как, обмен, наверное, информацией какой-то. Может, она не настоящая, не настолько этот секрет, как нам хочется выяснить, что же он все-таки скрывает от нас. Но для детей игра – это их жизнь. И я вспоминаю, когда я была маленькая, у нас была такая форма игры, когда мы создавали свои секреты в земле. Кто-то делал цветочков, каких-то игрушек, находили стеклышки, это все прикрывали стеклом, потом закапывали и ставили какую-нибудь там метку, чтобы не потерять. Задаешься вопросом, зачем, для чего? И тогда, конечно, ребенок не мог этого осмыслить и логически как-то, наверное, для себя символизировать, что это значит. Но взрослый человек уже должен понимать, что это возможность отгородиться. То есть у ребенка должна быть своя собственная зона, как проставленные границы, за которую родителям уже доступа нет. Возможно, это переходный возраст, да, дети, появляются какие-то новые там друзья, знакомые, либо действительно ребенок не доверяет родителям и, конечно, хочет, не закрывается, он становится замкнутым, у него свой мир, и, конечно, уже, я думаю, этот момент упущен. Я думаю, родители в любом случае заметят, что ребенок как-то себя ведет, да, что в нем что-то сидит, да, что это будет в любом случае заметно по поведению. Нужно обязательно его разговорить, даже если он будет что-то скрывать. И он должен знать, что помощь есть, что он не один,
что обязательно взрослые ему помогут. И обязательно его нужно разговорить в этом случае. Сказать, у меня старший сын, и вот меньше. Мне все-таки кажется, что в младшем возрасте они как-то, вот до школы, наверное, все-таки больше как-то с мамой. Как-то с мамой все-таки. Ну, не зря говорят, что до 3 лет ребенок в любом случае это мамин. Папа, и папу однозначно так же любит, как и маму, но к маме как-то, мне кажется, больше доверия, они больше открыты. В более старшем возрасте, когда они взрослеют, уже школа, мне кажется, что все-таки папа. Папа немножко забирает эту часть от мамы, которую они, на процентов, наверное, 90 они больше маме доверяют. Мама все-таки, мама большую часть времени проводит с детьми до 3 лет. Потому что кормление, воспитание, до садика в какой-то момент. Потом ребенок пока перестроится немножко, уже переходит часть папе. Именно что как раз сейчас такой возраст уже, когда формируется у ребенка личность. И вот в этот надо момент не упустить, а следить за этим и никак не давить на него, то есть не выпрашивать, что, как. Он когда захочет, он сам расскажет это. И вот, как я сказала, главное не упустить этот момент. Потому что когда уже будет переходный период, этот возраст у них, тогда они уже сформируются, и уже они уже в жизни они не будут просто доверять, и тогда они будут сами в себе, и тогда будут у них всегда секреты. Поэтому нужно всегда вот именно с этого возраста уже быть как друг. То есть не давить на ребенка, мы с ним друзья, он всегда может подойти, спросить, чтобы он не боялся. Для меня очень важно, чтобы родители понимали, что любой путь развития, как малыша, так и дальше взрослого человека, он лежит через падение. И тот, кто не ошибается, по сути, тот даже не знает, чем сравнить вообще, где правильно он что-либо делает или неправильно. Ну, а малыши, естественно, падают. Как по-другому? Они набивают шишки, естественно. Родители должны в этот момент пожалеть, объяснить, почему это произошло, и сказать: да, я знаю, если он плачет, что тебе больно. Я знаю, почему тебе больно. Вот в следующий раз нужно быть осторожным. Ты понимаешь, почему мы тебе говорили, чтобы ты там быстро не бежал? Но по большому счету, как ты защитишь ребенка и убережешь от всех опасности? Есть моменты, когда он, не идут дети на контакт. То есть он решил, что это секрет. Возможно, это даже не секрет, но внимание, наверное. Я думаю, что секрет появляется из-за внимания детей. Что они хотят больше, интереснее, они хотят привлечь к себе. Пока мы еще не дошли до того этапа, когда у нас такие секреты большие или их много. Это бывает очень редко. Проскакивают моменты такие, что он спрашивает, допустим, как дела у тебя в садике, что ты сегодня делал. Я не скажу, это секрет. И он еще говорит, это мой секрет. Я говорю, тогда я могу тебе тоже рассказать, что у меня есть секрет маленький. Но если ты поделишься, я тебе тоже расскажу. Если секретики появились, ни в коем случае нельзя допрашивать. То есть говорить: расскажи, покажи, то есть давить на ребенка нельзя. Нужно найти подход, просто показать, что я вот не лезу, но я тебя буду поддерживать. И ребенок, мне кажется, он сам захочет, если когда к нему вообще не будут лезть, он сам захочет это все рассказать и поделиться. А нам в этот момент главное сказать, что я тебя поддерживаю, я в тебя верю. У тебя все получится, ты у меня умничка. Как каждый ребенок, как каждая мама должна это сказать своему ребенку. Наверное, смотря какой секрет. Но все-таки, я думаю, что ругать, конечно, не стоит. Но тоже, смотря какой возраст. Но в любом случае нужно поговорить, объяснить. Все-таки у взрослых больше опыта, больше знаний, да, чтобы ребенок это понимал. Да, но ругать, конечно, я думаю... в зависимості, смотря какая ситуация. Ругати це в последню, я думаю, очередь. До маленьких дитячих таємниць варто ставитися з повагою. Дитина, як і доросла людина, має право на власну територію і власний простір. Більш того, навчившись з дитинства відстоювати своє право на приватність,
в зрілому віці вона не дозволить іншим порушувати межі твоєї особистості.